В этом году в центре внимания стратегические планы страны, специальная военная операция, а также льготы для семей с детьми и расширение существующих инфраструктурных проектов. Владимир Путин объявил о ряде новых нацпроектов, анонсировал изменения в экономике, социальной сфере, а также одно изменение в системе ЕГЭ. Послание, оно является таким, наверное, очень серьезным новым этапом развития экономики страны, потому что вся активность, которая у нас будет формироваться, она направлена на укрепление нашего национального суверенитета и экономики государства, и, главное, регионов Российской Федерации. Вопросы демографии, вопросы поддержки семей, выплаты на второго ребенка, материнский капитал, программа ремонта школ, детских садов, о чем сегодня говорил президент, это очень важно, и работа такая в регионе ведется, а теперь это уже, так сказать, совершенно другой уровень будет. Кроме того, было сказано о памятниках истории и архитектуры. Теперь будет дан старт уже системной работе на уровне федерального правительства по этому направлению. Конечно, надо отметить новые национальные проекты, которые были объявлены президентом.